всем очередной февральский привет. Пока человечество с головой погрузилось в планшеты и телефоны, предлагаю мыслящим отключиться от мировой сети и настроить свои интернет-приемники на позитивную волну. У микрофона по-прежнему Александр Бодриков, за окном бушует зима, вы смотрите второй выпуск программы, которая словно костер разгорается на просторах модельного мира, даря тепло и уют. Так и хочется сказать, тот самый моделизм. Не меняя традиции, еще 6 лет назад запущенный бумажный кораблик четко идет намеченной цели под гордым названием «Человек, творчество, свобода». А вы завариваете чай, кофе, какао, и по традиции тарелка пельмешек будет не лишняя. Поехали! Сегодня в выпуске. Капремонт танка «Шерман». Стоит ли возиться со старыми моделями? Роспись обвеса танка из фильма «Ярость». Перехожу на краску «Мистер Хобби». Учимся русскому языку в модельном мире. Все это и многое другое прямо сейчас. Не переключайтесь. января 2016 года на моем канале вышел ролик, который был посвящен танку «Шерман» из фильма «Ярость». И вот наступил 21 год. И я решил перекрасить данную модель, создать эффекты маслом, пигментами нанести грязь. Задача стояла приблизить многотонного героя к реалистичности. И вот, отсняв процесс по преображению американской боевой машины, выкладываю данный материал на просторы YouTube. Перед тем, как приступить к росписи, немного о водной палитре. От китайского аэрографа взял вот такой пластиковый бокс с плотно закрывающейся крышкой. Краска в такой коробочке долго хранится. Поролон, дистиллированная вода и калька. В росписи я использую акриловую краску фирмы Scale 75. Теперь о главном. Если вы собрались с мыслями и решили окунуться в творчество с головой, то дерзайте, ничего не бойтесь, меньше вопросов, больше раздумий. В некоторых случаях смотреть и повторять. Поговорим о росписи. Коротко и по делу. Как подобрать цвета для бревен, которые были привязаны на бортах танка? Я использовал темные оттенки. Серо-зеленый, темно-коричневый и серый. Поверх основного цвета штрихами нарисовал фактуру бревна. Сучки и спилы выделил более светлыми цветами. Охра, белый, серый и зеленый. В своих работах я использую кисти рублев. В магазине «Лавка моделиста» вы найдете любой калибр от 2 нулей до 3. Натуральный продукт не боится ни химии, ни ядреных красок. Главное – правильно следить за художественным инструментом. Кисти рублев для любых творческих работ. Ссылочка под видео в описании. Продолжение росписи окрашиваю без танка. Базовый цвет, затем контур и лессировкой постепенно повышаем контрастность цветов.
говорят, дорогу осилит идущий. И я решил перейти с краски Томия на краску Ганза Мистер Хобби серия Color. Этому послужило несколько факторов. Не надо грунтовать, очень ровно ложится, выдерживает White Spirit, а это значит, можно без лакового покрытия работать маслом. В магазине «Лавка моделиста» вы можете приобрести данную краску. Рекомендую растворитель с желтой этикеткой, замедляющий процесс высыхания, краска ложится ровно и имеет прочность. Первый заход наносим базовый слой. Получилось у меня следующее. Я промахнулся светом, но без всяких проблем положил еще один слой темно-зеленого. Почему темно-зеленого, а не более оливкового? Ведь оливковый цвет американской техники Второй мировой. Дело в том, что танк я буду тонировать масляной краской. Охра изменит темно-зеленый на оливковый оттенок. Как вы видите, она ложится прекрасно. Хорошая укрывистость. Рекомендую для тех, кто еще не пробовал. В следующих программах разберем палитру данной краски. Итак, следующий этап. Выделяем детали более светлым оттенком. Повышаем контраст нашей модели. При работе маслом и пигментами все это сойдет на нет. Ну, теперь самое главное. Поговорим о нашем русском могучем языке. Все иностранные термины, которые заполонили нашу родную речь, я заменил. Давайте говорить русским языком. И может, это будет началом всех начал для моделизма в России. Итак, художественные эффекты. Их я буду создавать масляной краской. Мне понадобится 5 цветов. Сиена натуральная, охра светлая, сажа газовая, умбра жженая, белила титановая. Основной цвет для имитации запыленности – это охра. В нее можно подмешивать белила. Сам процесс несложный. Нанесли и удаляем излишки. Еще один способ. Набросали краску на область тонировки, затем салфеткой или ватным диском удалили излишки. Вот и все. В лобовой броне используем White Spirit. Эффект – въевшаяся грязь. Кто не переносит запах, берите очищенный. Больше оттенков, больше реализм. Сам танк, конечно, в фильме выглядит брутально, но просто запачкать грязью и сказать «так и должно быть» не получится. Вот и добиваемся сходства с киногероем. Желательно иметь под рукой ватные палочки. Все масляные работы я произвожу кистями Рублев. Это на всякий случай для тех, кто вдруг решил спросить. В завершении процесса на лобовой броне добавим запыленность.
приготовил фиксатор и начал работать с ходовой частью. Положил два слоя. Затем, когда все высохло, пролил все это масляной краской. На корпусе танка и на башне нанес эффекты запыленности. Так же, как и с маслом, излишки я удаляю ватной палочкой. Собственно, процесс несложный, дерзайте. В завершении программы «Вердикт». Мы живем, учимся, а время порой быстро летит, и оглянувшись назад, мы понимаем, что не сделали в тот период времени, какие ошибки исправили, какие не совершали, но благодаря этому мы развиваемся. Это была программа «Человек, творчество, свобода». Я Александр Бобриков, до новых встреч, пока!